Так, доброе утро. Погнали в магазин за пайпом. Надо пайпик найти. Оп. Оп. Ага. Так. Как раз 7-6. Опа. Новенький. Под кроватью завалялся, зайка. Оп. Куплено. Звонили мне здесь с работы вчера. Сказали приехать в 10 утра. А я домой только в 5 пришел. Еще так упоролся знатно, знаете, там мясо с пюрешкой. Как наелся, как меня рубануло. В 11 только встал. Позвонил с просоня. И на вопрос, почему не явился, мне ничего в голову лучше не пришло, чем сказать, что я только в 5 утра домой пришел. Ну как бы бред, да? Врать не люблю, короче, сказал как есть. Че, ваши ставки? Обычно в преддверии сезона, когда вызывают на работу, это к плохим новостям. В конце сезона приходится искать новую. Но вроде ничего не косячил, все четенько. Короче, сейчас съездим, узнаем. Ваши ставки к хорошим новостям или к плохим? Так, привезли парням подшибосы, отдали. Кстати, смотрите цвет. Он на свету вообще, короче, по-другому. Чик-чик-брик. Так, забираем наши недостающие деталюшки. Радик Гур, фильтрец. Здорово. Так, что тут еще? Фау-шау. Зеркала не надо. Ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Все нормально, все нормально, еще поработаем. Все, едем собирать следующие позиции. Там полный багажник уже шмурдика нужного для финальной сборочки. Двинули. Приехали в Саньку. Накатали как с завода. Бороздочку. Все, сейчас точно ничего не светит никуда. Друзья, кто на широкой речке живет или в академическом, я вам, конечно, сочувствую. Время 9 вечера. Мы катимся 10 километров в час с частыми остановками. Я просто решил доехать за рулем. А здесь ничего не едет. Начинаем готовиться к завтрашней настройке. Нашел я здесь колесики. Пойдут на настройку. Сейчас забортуем. Прям жирнющие. Метанол. Ну и Санина приспособа для разбодяживания метанола. Все. Погнали обуваться. Все, друзья, мы на готове. Утром грузимся, выезжаем в Челябу. Фильтрец надо новый подкинуть. Салончик бы облить еще. Фонарики новенькие. Уф.